Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтмен. Сегодня мы поговорим про биткоин. Что ждать от него в локальной и среднесрочной перспективе? И, конечно же, затронем карту ликвидации и доминацию биткоина над альтами. Первое, с чего нужно начать. В своем телеграм-канале сегодня ночью я публиковал такую фигуру, как вымпел, медвежий вымпел. Поэтому обязательно подпишитесь на телеграм-канал, чтобы узнать все раньше всех, а возможно информацию, которая не входит в видео. Такое бывает часто. Так вот, в процессе того, как цена спускалась и получила свой отскок, с учетом наклонок диагональных линий, то есть зон сопротивления и поддержек, мы получили с вами медвежий вымпел. То есть цена стала ограничена определенным узким пространством. Так вот, если импульс, который скапливается в этом узком пространстве, будет прорван, то мы можем получить первый тейк-профит равный флагу и второй тейк-профит равный флагштоку длинному. Так вот, если будет пробой, друзья, если будет пробой в данном месте или около него, то мы с вами можем получить потенциал тейк-профит 1 равный 0.236 по Fibonacci. Данный район. До сотой вам никто не скажет цену. Ориентируемся на 15200 плюс-минус. И основной тейк-профит, который у нас равняется флагштоку, точно так же равняется ориентировочно 0.618 по Fibonacci, дорогие друзья. Тоже до сотых цену мы не сможем с вами никогда в жизни определить, плюс-минус. Если мы подключим сюда такие вещи, как CPR-линии, то мы можем получить, что райончик S3-линия, но S3 равная сегодняшнему месяцу, в следующем месяце все CPR-линии будут пересчитаны, и они сместятся. Соответственно, на сегодняшний момент S3-линия у нас равна ровненько 0.618. Такое подогнать невозможно. Соответственно, это еще один намек к тому, что с высокой долей вероятности мы можем сюда прийти. Но здесь ремарка. Как я писал в своем телеграм-канале, изучая второе дно, то есть второй цикл медвежий, оказалось, что медвежий вымпел не был реализован на 100%. Там была реализация только на Take Profit 1. То есть было зафиксировано дно, после чего рынок стал восстанавливаться через зону аккумуляции. Поэтому надеяться на такие нисхождения не всегда приходится. А я напомню, что наши новые старые цели были для дна 16 тысяч или 11. На них и ориентируемся. Но это не значит, что если цена дойдет до 17 и останется там, мы будем неправы. В любом случае, все находится около того. До сотых сказать нереально. Главное угадать направление рынка. А что же наш перевернутый голова с плечами? Здесь давайте внимательно. У нас идеальная фигура. Идеальная. Голова и плечи разворотная фигура. То есть она нам намекает на разворот. И цена должна была пойти вверх. Но тут есть нюанс. Мы помним и говорили очень часто, что когда мы находим дно, как это было во всех локальных и глобальных медвежьих циклах, получается, что на дне всегда формируется конвергенция. Это расхождение, когда индикатор идет вверх, а цена при этом идет вниз. Соответственно, это мы можем наблюдать и сейчас. Неуверенность покупателей и активность продавцов. Цену тащат вниз. Такой же момент мы могли наблюдать вот буквально здесь. Тоже была перевернута голова и плечи. И мы должны были реализовать свой максимальный тейк-профит. А реализовали только маленький, первый. И то спустя месяц, что не является идеальной отработкой фигуры. Как правило, голова и плечи – это импульсный пробой и движение к своим реализациям. Что касается текущей ситуации, мы тоже так же имели. Да, было бодрое восстановление рынка. Однако, мы даже не смогли преодолеть элементарные отметки в 22 тысячи. 22500 и ту цель, которая была обозначена как пари 23000. Это очень серьезный аргумент в сторону медведей. Они продолжают тащить цену вниз. Таким образом, Пегиб не может реализовать свой потенциал. Значит, цену продолжает клонить вниз. И как вы видите, пробитая линия шеи сейчас выступает поддержкой. Если она падет, соответственно, цена сможет ринуться дальше вниз. Однако быки могут набраться силами и развернуть цену дальше вверх для того, чтобы реализовать весь свой потенциал. Но на текущий момент времени все, что мы видим, идет и говорит в сторону медведей. То есть то, о чем я говорил. Обратите внимание, здесь по MACD мы двигались вверх, а по цене от этой точки мы с вами падали вниз. Вот вам и конвергенция. Именно по этой причине мы не смогли реализовать потенциал первого погиба. И вот сейчас у нас второй погиб. И мы можем точно так же ничего не реализовать. Мы можем образовать по MACD такую вещь, получить опять конвергенцию, а при этом цена шагнет дальше вниз, скажем, к тем же 15 или 16 тысячам. Поэтому за этим надо следить внимательно. Хороший трейдер это видит. Тут же сразу же нюанс.
обратите, пожалуйста, ваше внимание. Вы видите, как стохастический осциллятор относительной силы на дневном таймфрейме находится сверху. При этом наша гистограмма сквизов еще даже не зашла в перезагрузку к зеленой зоне. О чем это говорит? Это говорит о возможном развороте и дальнейшем движении цены вниз, без дохода гистограммы к зеленой зоне. Если изучить историю и посмотреть, как себя вела гистограмма в ситуации, когда был доход до 100%, при этом перезагрузки не было. Обратите внимание здесь. Как вы видите, гистограмма сквизов затухает, идет в зеленой зоне. Стохастический осциллятор относительной силы на сотне и очень долго колеблется сверху. После чего только потом пошло нисхождение вниз. Затяжной боковик. Но так бывает не всегда. Например, в данном месте мы дошли до сотни. Как вы видите, гистограмма сквизов точно так же стремилась к перезагрузке, но после этого началось нисхождение, и гистограмма сквизов полетела дальше вниз. Точно так же и здесь. Посмотрите, нарастаем, гистограмма сквизов стремится к зеленой зоне, после этого 100% стохастик, двигаемся вниз, и, соответственно, вместе с гистограммой сквизов спускаемся дальше вниз, то есть отрицательный баланс. Точно так же здесь. Мы растем по гистограмме, стремимся к зеленой зоне. Стохастик перезагружается к сотне, после чего нисхождение, как вы видите, и падение. Поэтому, ссылаясь на близлежащую историю, выходит, что самое лучшее, на что мы можем рассчитывать, это на боковик. В худшем случае, движение вниз. Но если учитывать, что у нас сроки, исходя из истории все той же, то затягивать у биткоина времени нет и сил, потому что близится восстановление рынка, если опять же исходить из технического анализа. Также хочу вновь показать Смобай КГС Йома 10. И сегодняшним днем Йома 10, вот эта маленькая, хлипкая, слабая, детская, скользящая, пока не пропускает биткоин выше себя и является сопротивлением. Соответственно, то, что мы можем наблюдать, эта Йомка спускается вниз. И таким образом, как бы незаметно, но мы все время понижаемся и понижаемся и понижаемся, что подталкивает цену к 0.236 по Фибоначчи. Таким образом, мы с вами формируем локальный, микролокальный треугольник, нисходящий треугольник, который в теории пробивается вниз. Но это все теория и игра с вероятностями. Теперь хочу заострить ваше внимание на данном графике. Здесь вы видите вот эта граница и это нисходящий глобальный канал, куда второй провалился биткоин вниз. Вот это локальный восходящий канал. Точно так же и это восходящий локальный канал, в котором находится биткоин. Их достаточное множество. Но нас интересует сейчас совершенно другое. И сейчас вы видите, что цена биткоина провалилась, то есть пробилась, и сейчас в данный момент времени ретестит нижний локальный восходящий канал. То есть мы опускаемся еще ниже. Если рассмотреть это более скрупулезно, то мы можем с вами получить интересную информацию. То есть дополнительный локальный канал с медианкой в данном месте мне помогает определить именно эту зону. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Сейчас биткоин ограничен этой медианкой, и он двигается вниз. Так как он входит вот в эту зону, мы опять с вами формируем что-то наподобие симметричного треугольника. Есть вероятность того, что биткоин, оттестировав данный канал, может дальше двигаться вниз, найдя и обнаружив на этой медианке свою зону поддержки, после чего откатить снова вверх, вниз. И, соответственно, после чего набраться импульсом и решить, либо он пробивается вниз, либо пробивается вверх. Так как из теории и множественных анализов выходит, что симметричный треугольник пробивается в 50% и вверх, и вниз. Но тут зависит от многих факторов, например, импульсного движения. Так вот, если этот сценарий верен, то в районе 10-12 июля должен будет произойти пробой, если у биткоина на это время. Возможно. Но тогда новым дном для биткоина может стать вполне район каких-нибудь 16800, 17200. То есть, ну никак не 15, не 16. То есть, времени на движение у биткоина нет. Так как и недельный таймфрейм, и месячный таймфрейм уже находятся в ситуации, когда хочет уже вставать с земли, словно феникс. Но опять же, это в теории. Поэтому это только зародыш данного сценария и, возможно, симметричного треугольника, который в любом случае, как хороший трейдер, вы или мы обязаны рассматривать и мотать на ус. Но в любом случае, вот эта медианка в данный момент времени уже в любом случае выступает сопротивлением. И цена просто-напросто может, встретив импульс здесь, на более мелких таймфреймах, получить импульс на движение и ринуться дальше вниз, где снова будет поддержка в районе 0.5 по Фибоначчи или 20 тысяч долларов за биткоин. То есть своеобразная остановка с решением, куда двигаться дальше.
Теперь на дневке что мы с вами видим? Мы видим, что на стохастическом осциллятор относительной силы мы находимся почти в 100% и фактически пытаемся уже клювом клюнуть и пойти дальше вниз. Однако стохаостик еще не дошел до 100%, поэтому максимальные силушки он еще не набрал. Однако, если мы говорим про RSI, что является для индекса относительной силы и для стохаостика, то есть они фактически между собой связаны, то этой силы вполне может хватить. А вот стохаостик зачем вообще тогда здесь присутствует? Дело в том, что если мы находимся в ситуации, когда стохастический осциллятор относительной силы и стохаостик находятся практически 80% и выше, то есть на одном уровне, то получается здесь больше информации и силы у них много. То есть если посмотреть вот здесь, в этой точке, то получается раз и, соответственно, два. То есть они продублировали друг друга и пошли дальше вниз. Но здесь есть нюанс. RSI. RSI доходил до 50%, так как мы в медвежьем рынке, вполне достаточно RSI доходить до 50% горизонтальки, после чего, набирая силы, двигаться дальше вниз. Но здесь вновь повторение. Так как мы находим дно, то выходит, что мы уже здесь были в перепроданности. Сейчас откат. И с учетом той силы, которую нам дает стохастический осциллятор, мы можем ринуться дальше вниз. То есть по RSI мы можем дойти просто даже до 30-20%, не обязательно до нуля. Но при этом цена очень сильно пойдет вниз. И здесь уже будет конвергенция, расхождение по RSI. Подтверждение моих слов. Давайте посмотрим на историю биткоина. И посмотрим, как он вел себя вот буквально хотя бы во втором медвежьем цикле. Посмотрите, пожалуйста. Вот ситуация, о которой мы говорили и всю неделю. Когда я сказал, что недельный рост, раз, будет свеча волчок, два, как во втором медвежьем цикле. И, соответственно, после этого начнется нисхождение. То есть движение вниз. В итоге, вроде как, получается и третий пункт. Нисхождение. Так вот, точно так же стохастические относительные силы был вверху. Стохаостик просто колеблился, вы видите, у подножья, ничего особенного, поэтому не должно это вводить в заблуждение, не зря показываю. И посмотрите, когда у нас воспрял RSI вверх и вниз, вы видите, он пошел вверх, но что сделала цена? Цена пошла вниз, друзья, она пошла вниз, то есть конвергенция по RSI. Соответственно, это то, о чем я говорил, и то, что мы можем ожидать. Именно по этой причине мы должны за всем следить и за всем наблюдать. То есть у нас фактически вот остался вот этот тот момент, когда стохастический осциллятор относительной силы должен разгрузиться до нуля или хотя бы около нуля. И тогда, если вы посмотрите на недельку, посмотрите, все находятся, присмыкаются у дна. Пожалуйста, раз. И месяцок точно так же присмыкаемся у дна. То есть мы находимся в ситуации, когда должны воспрять духом. Единственное исключение у нас месяц. И я говорил, помните, очень-очень давно, это то, с чего я вообще начинал свои монологи насчет поиска дна. Если поставить горизонтальку в район 44-43, то мы получим дно в первом медвежьем цикле, дно второго медвежьего цикла и дно третьего медвежьего цикла. То есть по истории у нас происходит, мы все ниже и ниже и ниже по RSI. То есть у нас нету четкой горизонтальки. Но тем не менее, опять же, очень близко, да, к июлю месяца. Ходит, что мы можем с вами что сделать правильно? Начинать заворачивать то, чего необходимо для восстановления рынка и переходу в зону аккумуляции. Выходит, все, о чем мы говорим и говорили ранее, месяцами назад, все сбывается и все соединяется. Если мы посмотрим на нашу доминацию биткоина, то мы увидим, что месяц мы падаем. И таким образом наши альткоины стреляют. То есть у нас происходит продолжение. Но если произойдет вот этот слив-пролив дальнейший вниз, конечно же и альткоины тоже частично полетят за биткоином. Но здесь нюанс. Так как это уже поиск дна, как правило, выкупает сразу альты, так как они дают больше иксов, для того, чтобы позже их продать и перелить деньги в сам биткоин. Таким образом, биткоин-доминация будет восстанавливаться. Но пока люди будут искать иксы, хорошую легкую наживу, как спекулянты, именно в альтах. Соответственно, с падением альты будут восстанавливаться гораздо быстрее биткоина, что позже, еще раз повторюсь, начнет переходить деньги в биткоин, и биткоин начнет сам точно так же буйствовать и быстро-быстро восстанавливаться, становится на ноги. Если мы взглянем на карту ликвидации, то мы увидим следующую ситуацию. Вот эта сумасшедшая ликвидация до 22 тысяч долларов за биткоин шортовая. То есть, если цена резко рванет вправо, мы не исключаем движение до 21 800 или 900, или, конечно, 21 500 600. Это те шальные шортисты, которые залетели в качестве легкой наживы с высокими, крайне высокими плечами. Ликвидировав их, вполне не останется сомнений, что цена
будет свободна для того, чтобы двигаться дальше вниз. Не обратите внимание, наши цели, да, вот эти 16 тысяч или 15, вот они находятся здесь. То есть достаточное количество ликвидаций. Вполне вероятно, что цена может до туда дойти. Да, многие могут закрыться без убыток. Да, многие могут убрать свои лимитки в убыток вовсе. Но тем не менее, карта ликвидации в данный момент времени показывает нам и говорит о том, что есть возможность сходить дальше вниз с высокой долей вероятности, чем сходить вправо, потому что нужно больше шортов, чтобы начинать восстанавливать рынок. Но это, опять же повторюсь, только в зоне аккумуляции. Надеюсь, видео было для вас полезным. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите свой комментарий, с удовольствием на него отвечу и прочитаю. В описании под видео есть две хорошие биржи. Bybit и Femix. С самыми низкими всех известных бирж комиссиями можете перепроверить эту информацию. Соответственно, торгуйте от меня, зарабатывайте, радуйте своих близких и помните, что хороший трейдер – трейдер, который думает своей головой. Всего доброго!